Друзья, привет! Листаю я, значит, журнал «Мобила» за 2006 год, январь месяц, и попадается мне вот интересная статья про Nokia 6233 и Motorola Silver L7. И я хотел бы немножечко с вами поделиться. Так, вот сюда я положу Nokia, вот сюда вот я положу Motorola, и что я хотел вам сказать. Очень интересная статья. Как пишут, недавно, то есть недавно, да, 2005 год на подходе, стало известно об еще одной новинке от Nokia. Модель получила название 6233, и телефон выполнен в формате моноблока. Поддерживает сети там VCDMA, а также стандарт GSM. То есть, ну это понятно. Очень, кстати, актуальная информация была, писали об этом. Nokia 6233 была оборудована 2-мегапиксельной камерой, цветным дисплеем с разрешением 240 на 320 пикселей, музыкальным плеером, стереодинамиками и интерфейсом Bluetooth. Да, как писали, интерфейсом Bluetooth. Слот для карт памяти, тут все понятно. При этом перед нами вовсе, друзья, не смартфон, а трубка работает на базе платформы Sirius 40. Ну, короче, понятно все. Что хотел сказать. В тот момент производители и все, кто писали об этом телефоне, даже не подозревали, что этот телефон... Вот это вот слово, вот здесь вот указанное, стереодинамики, просто одно слово, оно будет олицетворять этот телефон. Ну, короче, тогда не думали, а получилось, что получилось. И давайте-ка, наверное, послушаем, как же наши сигналы звучали и на максимальной-то громкости. Это же интересно, что он нам мог предложить-то, этот Nokia 6233. На, капец громкий. Чистейший звук, конечно, стереодинамики, но он толстый был. И вот тут вот ниже статья про Motorola Silver L7. И что писали? Компания Motorola наконец объявила официально о выходе долгожданного телефона L7, который был представлен еще в начале года. То есть телефон представили в начале 2005, а объявила официально о выходе в начале 2006. Вы представляете, чтобы сейчас, например, объявили iPhone нам в сентябре, да, и он вышел в сентябре следующего года. Ну это же абсурд какой-то. И это очередная имиджевая модель, продолжающая традиция Motorola Razr по части тонкости. Аппарат выполнен в форм-факторе моноблока, оборудован встроенным аудиоплеером, VGA-камерой и тоже интерфейсом Bluetooth. Дисплей на 176 на 220 пикселей. Кстати, вот тут уже 240 на 320, чтобы вы не забывали. И имеет 262 тысячи цветов. Память телефона может расширяться за счет карточек формата microSD. Учитывая поддержку MP3 и Bluetooth, телефон выглядит не стильной игрушкой, а вполне удачным функциональным решением с интересным внешним видом. Ну, давайте теперь попадем. Интересный внешний вид, да? Ну, скажу честно, они все, начиная с Razer и теперь L2, L7, L6... Они все одинаковые. Да, где-то пластмасса, где-то металл сзади, но они все идентичны. Но то, что действительно это имиджевый телефон, базару нет. Телефон реально классный. Послушаем, наверное, как он у нас звучит, да, по сравнению с Nokia 6233. Hello, Moto. Понятно, что похуже. Ну, друзья, смотрите, два телефона. А по толщине две Моторолы. Это одна Nokia. Но скажу, что Моторола тяжелее. Короче, вот такие вот две интересные статьи попались. И я захотел с вами этим поделиться. Вот такое вот у нас было начало 2006 года.
Все, друзья, всем большое спасибо, всем ностальгии, пока-пока.